Так, что это тут у нас? Да, условия опять не идеальные. Скины нужно выкинуть. Сегодня мы будем нападать на еще один мегатрайб, который находится на карте центр. Да-да. Там пещера, лавовый остров, Pearl Cave. Ну, кто-то говорит Lava Cave, кто-то Pearl Cave. Ну, короче, на лавовом острове. Но игра уже начинает подлагивать, очень хорошо подлагивать. Так, здесь уже все. Пойдем посмотрим, что же там дальше. Что нам вообще предстоит штурмовать? Какую стену? Блин, как лагануло-то, а? А все потому, что мы разбились на две части. И вторая часть, ребят, штурмует главный вход в ледяную пещеру. А мы штурмуем вход в эту пещеру. Я думаю, на два лагеря у нас будет больше успеха. Но и у врага меньше шансов. Поглядим, по крайней мере тактика такая. Одним трайбом разделиться на две части и напасть одновременно с двух сторон. Ух, блин. На входе-то в ледяную пещеру там горячо. Трайб Booty Boys. Блин, наши гибнут как мухи. Так, тут не пройти. Тут нужно взрывать. Но либо будем ждать мека. Зачем тратить сифошки? Ну вот, дело с меком пошло гораздо быстрее. Давай, мек, расчищай это все побыстрее. Блин, на той стороне прям жара, но я туда соваться не буду. По крайней мере, пока. Наша задача взять эту пещеру. Да, расчищать спам меком, конечно, задание так себе. Очень скучно, особенно вот эти ворота. Ну, не знаю, по крайней мере, для меня это скучно. Но есть ребята, которым это очень нравится. Они прям кайфуют от этого. Блин, да что ж так лагает-то, а? Ну, я думаю, мы с тобой немножко ускорим эту процедуру, чтобы не терять времени. Так, ну вот, остались фин... Офигеть, ты видел? Вот это лаги. Вот эта стена. Вот это офигеть, что нам предстоит там взрывать. Ну-ка, пойдем посмотрим поближе. Подойдем как можно ближе. Ой-ой. Офигеть.
Да. Хорошую крепость они тут отгрохали. Но, если, допустим, здесь никто не будет дефаться, то все равно это можно разрушить достаточно быстро. Но если тут кто-то будет обороняться, то это будет сделать, конечно, намного сложнее. На. Ресурсов ребята явно не жалели, видишь? У Мегатрайба полно ресурсов. Так, где там наши черепахи? Тут придется все очень долго взрывать. Ух ты, еще и динозавры стоят. А. Ну, аллозавры тут стоят как раз на этот случай. Да и фиг отстрелишь, у них, наверное, очень хороший сёрвер, вкачанный не в хп. Я думаю, что задача аллозавров наносить кровопотерю любой танкующей живки, и тогда она будет умирать гораздо быстрее. Аллозавры очень хороши. Но будем пытаться. Все равно черепашья армия еще не подошла. Так, ну-ка смотрим. Где же наша черепашья армия? Вот она. Столько много черепах. Все будем делать по старинке. Краб, Сифо, Си-4 и черепахи. Ну, давайте, пацаны, вперед! Вперед к победе! Ох уж, медленно они идут так, эти черепахи. Уже видишь, сколько нашего спама? Так, ну, пока черепахи идут, я думаю, я немножко попробую посливать аллозавров. Хотя, я думаю, это будет сделать очень непросто. Вкачаны они в хп. Стопудово. Блин, а? Как же тебя убить-то, а? Ну все, наши черепахи начинают погибать. Пошла жара. Ой-ой-ой-ой. Блин, очень сложно играть на эпик графике. Но мы немножко уже расчистили. Смотри, какая мясорубка же там творится, а? Это просто капец. Красиво, конечно, но очень страшно. Как турки лупят, а? Офигеть. Бедные наши черепахи. Так, снайперка. Посмотрим. Ух, как смотри, как красиво пошли, а? Как красиво пошли черепахи. Видишь, аллозавры? Аллозавры очень помогают. Очень хорошо помогают в обороне в таких случаях. Блин, нужно устранить этих аллозавров, а? Эй, кто там так стреляет, а? Снайпер уже, что ли, сидит? Блин, штаны бы где-то надо найти и одеться. Давайте-ка, пацаны, будем сливать аллозавров. Это не дело. Есть! Один выбежал! Выбежал! Мочи! Мочи его! Блин, как лагает! Мочи! Мочи аллозавра! Давайте, все по аллозавру! Все по аллозавру, пацаны!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно-то как, чё, дурак что ли? Зачем стреляешь в меня? Я тут флешки кидаю, но не стреляй. А давай пробежим. Слушай, посмотрим поближе. С пивом. Посмотрим. Да куда мы с тобой добежим? Давай. Ясно. Отлично. Это было бесполезное, но они подтянули силы. Смотри. Газбаксом наших затанчили. Сейчас нужно избавиться от него. Оружие, вот в этом случае оружие как раз таки применять бесполезно против газбака. Но я не знаю, сколько нужно туда, чтобы пробить это все дело. Давайте, давайте, пацаны, сняли, есть, добивайте его, я газбага. Скорей. Сейчас я его сожру. Оп-оп-оп, Гиги наступает, давайте их оттянем, еще чуть-чуть. Все, готовы, пошли вперед, пошли, пацаны, вы что стоите, пошли, блин, я застрял. Сейчас мы их схаваем. Есть, минус Гига. Давайте, добивайте, минус Гига. Второго сняли. Отлично. Все, давай на второго сходу. Зажимай его. Не бойтесь, давайте, все, зажали. Все, держу, хаваем. И жука хаваем, все хаваем. Есть. Ну вот и все. Жука осталось доесть. Ну и Монага тут еще пролетела. Сейчас ее доедим. Блин, сколько там хп-то в нем было, а? В этом жуке. Монага. Сейчас будет минус Монага. А тут бежал, зараза. Я не думаю, что они так еще раз кинутся в бой. Хотя, кто его знает. Они будут пробовать. Пробовать пушить будут однозначно. О, мне еще гики уровни дали. Отлично. Блин, мы же туда подойти ближе не можем. Они потихоньку разряжают наши турки. Так, паук у нас наготове. При таком раскладе он тут точно на гигантозавре не полезет. Нам нужно расставлять турки. И побольше спама. Так, ну давай посмотрим пока. Что было? Ну, хорошее седло было, ну, в газбага. Флешки были. Хилки, попить. Покушать, супчик. Хороший набор, прям. Так. Отлично. Все, продолжаем танчить и прикрывать. Блин, как бы вот этого гигантозавра выманить на нас, а? Так, немножко отходим. Как бы его выманить? Что бы сделать, а? Блин, черепаха наша. Давай хоть так постреляем, посмотрим. Куан предлагает большую черепаху. Большой танк. Ну, наверное, пока нет. Хотя, кто его знает. Блин, ну пока Гига стоит, то очень будет тяжело. Нужно избавиться от Гиги и великов. Иначе в большой черепахе смысла нет. Блин, не будет он сюда бежать, ё-моё. Давайте, пацаны, расстреляем Гигу. У кого есть хорошие, мощные луки? И велики еще бесят. Они быстро сольют большую черепаху. Так, это на что? Это наша турка. Ой-ой-ой. Когда они пушили газбагом,
взорвали нашу турку. Хулиганы. Так, они начинают пушить. Они начинают нас пушить, пацаны. Опять по классической схеме. Блин, нифига не видно. С этим бафом я ничего не вижу. Куда стрелять? В кого стрелять? Как стрелять? Вообще ничего не видно. Так, нужно что-то новое. Нужно что-то придумать срочно. Только давай сначала патроны засейвим. Так. Ну, наверное, все это сложим пока в гигу. Так. Нет, вот эти патроны нужно положить в другую турочку. Ой, смотри, кто-то сюда тпшнулся. Враг здесь, враг опять начинает пушить. Так, о, вовремя под... Блин, не туда. Вовремя патроны подошли. А? Так, и сюда немножко батареек. Как же батарейки быстро расходуются. Или быстро батарейки расходуются, или у нас рейды долгие. Блин, вот как же мешает этот гигантозавр, а? Не хочет на нас нападать. Короче, пока я ходил за огненными стрелами, враг начал нас пушить, очень сильно пушить. Они пригнали, видишь, сюда большую черепаху. Ближе подходить на гигантозавре нельзя. Они разряжают наши турки. Блин, нужно подпустить черепаху поближе. Хотя они могут там понаставить турок. Очень сложное положение. Они прикрываются черепахой и стопудово там расстанавливают турки. На гиге уже ближе подойти нельзя. Турки уже убивают наездников. Они перебросили сюда очень много сил, я смотрю на этот вход. Вау, вау! Вот это уже жарко, это уже опасно. Блин, что же делать, как же выманить черепаху так? Блин, 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 нужны гранатометы. На. Зараза. Блин, ну будем стрелять из того, что есть. Хотя мы супер, наверное, большого урона ей так не принесем. У нее где-то, я думаю, минимум 40 тысяч хп. Это вообще самый минимум. А вот велика, пацаны, давайте сливаем по-быстрому. Велик — это легкая цель. Есть, 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 велик побежал. Хавайте, хавайте, хавайте велика. Хавайте велика, пацаны. Что там за велик такой, а? Мощный. Как мощно лагает, а. Да схавай ты его уже, а. Давай, давай, давай. Все, нормально. Живем. Так. О, в принципе-то ничего такого супер дисбалансного в нем не было. Так. Пошли бои танков. Кто больше натанкует? Любыми целями нужно убить эту черепаху и не дать им расставить турки. Блин, и турки-то еще закрывает черепаха. Пытаемся сливать и танчить одновременно. Давайте, пацаны, у кого есть еще патроны?
Хоть бы он развернулся, нужно скорее принести гранатомет. Если он развернется, это будет очень круто. Все, Дагик, дошел Дагик. Почти. И начал отступать, блин. Но развернись. О, а тут что? Так, сам она заберет. Их забрать. Нет, пусть сам забирает. Ух ты! Офигеть! Уже поставили, турки успели, а? Так, посмотрим. Позицию мы немножко отбили. И поставили барьер. Аванпост. Отсюда можно наблюдать. Граплов у меня нет. Соответственно, заграпать я себя не могу. Блин, что же делать? Остается вот так вот просто смотреть и наблюдать. Давай-ка мы пока постоим, посмотрим. Пацаны подгоняют еще черепах. Сейчас будем закидывать дальше. Блин, на той стороне тоже идет жара. Так, сифоху повесил. Черепаха пошла. Отлично. Блин, они стягивают сюда тоже еще больше сил. Так, ну-ка давай посмотрим. Так, что там творится? Черепаха возвращается. Блин, опять гига. Есть! Хорошо бахнули. Прям очень хорошо бахнули, пацаны. Теперь нужно избавиться от гиги. Блин, как бы его сюда вытащить? Давай, давай, еще ближе подходи. Как бы его выманить-то сюда, а? Черепаха пошла. Нет. Блин. Но мы им уже очень хорошо там бахнули. Смотри, тот сыпется, потихоньку сыпется. Блин, велики, велики и гига очень сильно мешают. Нам нужен какой-то план. Нужно что-то предпринять. Нужна полимерка. Так, полимерка есть. Они наступают, начинают наступать. Вот этого надо снять. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это да. Это хороший пуш. Очень хорошо пушат. Надо вытягивать их еще ближе. Блин, вот это да. Блин, газбага. Наездника не пробить отсюда. Блин. Пацаны, готовьте гиг. Жаль, Текрекса нету. Блин, надо что-то делать. Отступать нельзя. Отступать нельзя, пацаны. Нужно принести что-то другое. Давайте, у кого есть гигантозавры поблизости? Я пока свой подведу, блин, час пройдет. Два газбага. Текрекс. Офигеть, что творится, офигеть.
Нужно убить наездников. Отпушили. Очень хорошо они нас отпушили. Блин, тут фиг че увидишь, а. Эть, не попадаю. Нифига себе, как он выжил там, в такой мясорубке. Не видно, не вижу, не вижу, куда стрелять. Так, где газбак? Ай, опасно, опасно. Давай, Гига, давай, иди сюда. Иди сюда, Гига. Блин, как плохо видно, а. Ну-ка. Оп. Как бы устранить там наездника, а? Надо подкрасться поближе. Так, а здесь у нас что? Ой-ой. Наши тектурки. Так, почему заглохли? Что хотят предпринять? Интересно. Ох, еще элемент здесь. Ничего себе, откуда он? Чё-то они больше так не наступают. Блин, у нас и турок-то нет. Так, ну-ка скидывайся. Ай. Есть. Есть, скинули. Нет. Отсвистели, отступают. Отступают. Что сейчас будет? Гиги! Гиги, пошли! Давайте, давайте, давайте! Кто на... Кто на гигах? Давайте, блин! Давайте! Паук, готовься! Давайте. Ближе, 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 пацаны. Поближе, давайте еще поближе. Давай, снимай. Блин, как в текстурах, как будто бы она. И флешки кончились. Блин. Пусти, пусти! Пусти, да я пройду. Че вы стоите и смотрите? Давайте, давайте, давайте. Гоу, 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 гоу. Вперед, вперед, вперед! Вперед! Че все боитесь, а? Пусти, да я пройду. Да я пройду. Встанем втроем в одну линию. И пойдем в атаку. Дайте мне дорогу, дайте мне пройти. Убирай гигу, подвинься, подвинься, подвинься. Во, отлично. Готовы? Они нам спам бахают, они бахают наш спам. Пацаны! Ну вы совсем стоите, смотрите, как они нам спам бахают. Чё... А, ладно, дай мне дорогу, смотри.
Вот и все. И лут есть, и проблем нет. Так. Добро, любовь, котятки. Добро, любовь, котятки. Поехали дальше? Я полный лута, пацаны. У меня очень много вещей. Враги поделились с нами вещами. Смотри, сколько. Офигеть. И новая полимерка подъехала. И патроны, и супчики, и стейки, и броня. Вот это да. Но иногда можно сделать один небольшой ран и заполучить много всего. Смотри, как у пацанов-то поднялся уровень. А? Храбрость, уровень храбрости поднялся, смотри-ка. Полезли в бой так, что мне там уже даже не протиснуться. Так, ну ладно, пока они там воюют, я немножко тут расставлю турок. Турки тоже вражеские. Так. Осталось бы теперь где-то патронов найти. О, нет. Так. Блин, минус гига сейчас был. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сгубила меня жадность. Да. Да куда назад? Что там такой пушинг, что ли, невыносимый? Не надо отступать. Блин, как они нам разряжают газбагом. А и выставили свои турки очень близко к нашим позициям. Сейчас, если полезем вперед, нас они могут уже убить. Ты посмотри, как танчат, прикрываются гигой и ставят турки. Хорошая тактика. Хватай его с гиги. Не достать. Может, еще раз пробежимся? Давай. Оп, нет. Плохая идея. Согласен. Плохая идея. Блин, как же они близко уже выставили турки, а? Тебе бы заспавниться. Короче, они нас сильно запушили. И ресурсов у нас здесь становится уже очень мало. Так. Ладно. Остальное оставим. Блин, у нас не осталось турелей. Все турели нам бахнули, а? Так, я пока лут засейвлю. И свой, и чужой. Все отнесу подальше и перегруппируюсь. Нужно сменить броню. Нужно как-то немножко приодеться. Так, брони там у нас нет. Блин. Они нас опять. Они опять нас пушат с Рексом. Рекс пушит. Газбаг, гиги. Сливаем Рекса. Рекс хочет прорваться к Тегенику. Он хочет взорвать Тегеник, пацаны. Любой ценой нужно слить Рекса. Давайте. Блин, нет. Валим. Скорей. Это становится опасно. Не отступает? Блин, они еще граплами стреляются. Что, дурак, что ли? Граплами стреляться. Ты смотри. Эй. Вот это огонь из снайперской винтовки. Как-то очень подозрительно они снайперя. Нужно отлежаться немножко. Страшно что-то. Высовываться. Наши пошли пушить. Лицом к лицу с врагом.
Давайте, пацаны, давайте. Блин. Короче, меня убили. А пока я возрождался, ребят сильно запушили. Они бросили все силы сюда, ну и дошли до нашего фоба. Нам нужно отступать. Ну, я не знаю, почему кто-то из наших дал команду отступать, пока я возрождался. Но как-то так. Короче, здесь мы позицию потеряли. Данная позиция потеряна. Но война еще не проиграна. А что же будет дальше? А это ты узнаешь в следующей серии. Поэтому подпишись на мой канал, если не подписан. И поддержи меня лайком. И не забудь включить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых сериях. А на сегодня это все. С вами был Keep Games. До следующей встречи.